В столице прошел открытый чемпионат по легкой атлетике. Соревнования приурочены к освобождению Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах королевы спорта. Это прыжки в длину и высоту, спринты, бег с барьерами на среднюю дистанцию, а также метание. Соревнования стали уже традиционными в этом году. В них приняли участие более 250 человек. Принимают участие и Приднестровье, и Молдова, то есть Аргеев, Тирасполь, Каменка, Бендеры, Слободзея. То есть все города, районы, где развивается легкая атлетика, сегодня присутствуют здесь. Поэтому соревнования крупные. Мы проводим для всех возрастов, то есть от самых маленьких детей до 12 лет. И взрослые ребята, девушки, женщины, мужчины свыше 18 лет. Открытый чемпионат Тирасполя для спортсменов – это промежуточный старт. Большинство легкоатлетов готовятся к майским соревнованиям. На этот месяц запланированы международные и республиканские турниры.